В Самаре прошел финал первенства Приволжского федерального округа по футболу среди 17-летних спортсменов. Крылья Советов заняли первое место и уже в ноябре отправятся на всероссийский суперфинал в Сочи. Юниоры Крыльев Советов – чемпионы первенства Приволжского федерального округа. К такому успеху команда шла не один год. Самарские мальчишки впервые надели бутсы в 5 лет, но только когда им исполнилось 17, футбольные специалисты заговорили о них как о будущих звездах российского футбола. Ведь юные крылышки четвертый сезон подряд первые в Поволжье, а в этом году лучшим вратарем турнира стал самарец Данила Бельтюков. Буквально завтра-послезавтра многие из них окажутся в командах профессиональных, лучших командах. Мы сегодня наградили лучших игроков, защитников, нападающих. Поэтому я думаю, что хорошая перспектива у ребят. Это будущее нашего футбола, российского футбола. Кто-то из них будет, может быть, играть в сборной команде России. И я думаю, что это большая честь и для Самары, и для участников быть здесь, участвовать в этом турнире. Отборочный этап первенства зоны Поволжья прошел в Нижнем Новгороде. Играть там было трудно, вспоминает тренер юниорских крылышек. Качество газона было намного хуже, чем на Металлурге, на котором тренируются и выступают самарцы. Однако юные мастера футбола достойно справились с этой задачей и вышли в финал соревнований. Без крови и пота это тоже невозможно. Есть игроки неплохого уровня, скажем, для этого возраста, которые в дальнейшем могут вырасти, я думаю, футболистов даже премьер-лиги. В самарском финале «Крылья Советов» выиграли тольяттинский «Акрон» 3-0, Ижевск и Нижний Новгород сдались при счете 3-1, а нижнекамский «Нефтехимик» вообще выбросил белый флаг. Самарцы забили 8 безответных мячей. Вторая команда из Нижнего сумела сыграть в ничью 1-1. В итоге, заняв первое место в Поволжье, «Крылья Советов» в ноябре поедут в Сочи. Уже за медалями суперфинала первенства России среди 17-летних футболистов. За места на пьедестале почета сразятся 10 лучших команд страны. Нам очень важно было, чтобы в городе был этот турнир. И мы надеемся, что и по другим возрастам мы сюда будем привозить финалы. Это в первую очередь для города важно, это в первую очередь важно для ребят, которые у нас занимаются в центре подготовки. Потому что все видят и будут стремиться к тому, чтобы были у нас победы. Руководство Российского футбольного союза осталось довольно тем, как прошел турнир в Самаре среди юношей, и надеется, что городская федерация футбола сможет достойно провести финалы первенства ПФО и по другим возрастам. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.